Всем привет, с вами Крис, и сегодня мы будем разбирать сериал «Чернокнижный конь» режиссера Татьяны Щепановой. По названию сразу видно, что речь пойдет о лошадях. Это довольно редкое явление в сумасшедшими. Тише, Жорик! Я же не сказала, что лошадей вообще в принципе не существует в сериалах. Да не горячись, этот Жорик! Что ты? Не надо! Первые секунды вы погружаетесь в атмосферу тайны и легенды. Способствует этому музыкальное сопровождение и, конечно, сама картинка. Но обратите свое внимание на движение волос. Учтена даже такая малейшая деталь, как ветер. Это говорит о том, что режиссер с большой любовью и трепетом подходит к своему делу. Это большая редкость. Когда-то давным-давно в одной темной пещере дерево с золотыми листьями породило на свет плод заветный. На этот неизведанный плод пал взор странника одинокого. То был колдун могучий. Также поговорим о голосовом сопровождении. Приятный голос и чувствуется актерская игра. Идем дальше. И наложил волшебник на дерево заклятие недоброе, дабы защитить плод искушения. Тот, кто отведает плод заколдованный, лишен будет облика человеческого. Спецэффекты на высоком уровне. И чувствуется, что режиссер с After Effects'ом на «ты». Знал о плоде таинственном. Жажда славы охватила его, и отправился он на поиски дерева. Обратите свое внимание на ракурсы. Чему стоит поучиться многим начинающим режиссерам у Татьяны, так это, конечно, ракурсам и спецэффектам. Но случилась магия невиданная. Пред отчим домом вместо сына стоял конь заколдованный. Вот это вообще неожиданный поворот. Интересно, что будет дальше? Так, все, Ирма, хватит мне читать эти страшилки. Очень интересная задумка и сам монтаж. И, конечно, эффект внезапности. Неудачницы. Майя! Интересно наблюдать также за анимациями. Они проработаны в мельчайших деталях, вплоть до взгляда. Какие красивые звезды! Главной героине такой необычный характер, она восхищается буквально всему. Будто в ней до сих пор еще живет маленькая девочка. Это так мило. Анастасия. Финал интригует. Срочно продолжение. Но если серьезно, я даже не знаю, какие тут замечания сделать. В плане режиссуры, сценария, монтажа все продумано, а это большая редкость. У многих хромает что-то одно, а тут идеально. Но все-таки давайте посмотрим на последнюю серию, вышедшую на данный момент. На момент создания ролика пятая серия была последней. Чалы, как же я теперь без тебя буду-то? Ты же можешь и не поправиться. Держи! Держи крепче! Уйдет же! Одна эта сцена пропитана динамикой, а это самое начало! Не терпится увидеть, что же будет дальше. Ну, вы же видите, как он ведет себя сейчас. Может, я попробую его оседлать? С ума сошла! Конечно, нельзя! Это дикое животное, а не домашний питомец. С этим шутки плохи. Коновозка прибудет через 2 дня. Это время ему придется провести в карцере. Надоела мне эта шляпа, честное слово. Жорик, подержи. Только не жуй ее, окей? Хочу отметить качество прописанных диалогов. Уделено внимание даже терминологии. А это делает сериал еще более уникальным. А луна какая, такая яркая. Будет хорошо видно затмение. Камера начинает двигаться рядом с главным героем. От этого возникает эффект присутствия. Такое ощущение, что мы идем вместе с героиней. Thank you.
На этом серия заканчивается, но не заканчивается сам сериал. Последняя серия вышла недавно, это значит, что разработка идет полным ходом. Подводя итог, хочу отметить, пожалуй, это единственный сериал, который я буду ждать с нетерпением. Снято все грамотно по качественному сценарию, с прекрасным монтажом и применением спецэффектов. Что еще нужно для счастья? Правильно, пересмотреть заново. Но я это сделаю уже за кадром. Даю этому сериалу 10 из 10, 100 из 100. Потому что это поистине качественный сериал, который должен посмотреть каждый. Каждый должен посмотреть, понятно? Вы поняли меня? Каждый! Смотрите быстро! Идите смотрите! Я не перестану вас тыкать пистолетом, пока вы не пойдете и не посмотрите, понятно? Ссылка будет в описании на этот сериал. Рада, что Татьяна пополнила ряды режиссеров. Ведь найти свою нишу в этом деле это не так-то уж и просто. А тут изюминка изюминкой погоняет. Ну что ж, моя миссия выполнена. Если вы смотрели данный сериал, вы можете в комментариях написать, как он вам. И вообще, нравится ли вам творчество Татьяны. Если вы с ним еще не знакомы, бегом знакомиться. Ну а я пошла тут с Жориком возиться, а то он там шляпу мой почти съел. Все, до встречи, пока. Если вы хотите, чтобы ваш сериал попал в этот проект, вам нужно вступить в группу ВКонтакте, заполнить анкету в теме сериала «Тада Я», и третье – ждать оповещения, когда я выберу для анализа именно ваш сериал. Все просто. Три условия – конструктивный анализ и не реклама. Чего вы ждете? Заинтересовались? Вперед!